Всем привет, ребята. Мы будем сегодня на данный момент играть на Сталкере за Затона. Наша цель будет либо, ну, что-то сделать. Да. Я же понимаю, это я там впервые, это что не суждать по-огромному. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем приятного просмотра. Всем привет, ребят. Сегодня будем играть на Сталкере РП за Затона. Это может сказать хард РП. Давайте мы создадим персонажа. Мутант, вольный сталкер. Давайте мы возьмем вольного сталкера. Имя, ну, давайте назовем его Витя. Витя, ну просто Витя. Ой, господи, я не могу придумать. Ладно, Витя. Широкоруки. Я описание не знаю, но потом добавлю. Вот тут у нас появляются очки. Торгаешься, тормоз жилой, быстроходный, знания медицине, удачи. Ну, может, давайте... Охотник, потому что мутанты тут очень жестокие. И стальной желудок, вот так, вот. Я создал персонажа. Можно тут заметить о том, что интерфейс и у нас имеется 5 жизней, а именно после каждой смерти, ну, можно сказать, да, привет, опытный бродяга, вы можете сменить свой класс. Угу. Вот, кстати, наш инвентарь. Вот классы. Тут, кстати, игроки. Может сказать хард РП. Давайте пройдемте. Угу. Что могу сказать? Тут очень реалистично. Да. Почему все через блокпост военных идут, если можно вот так? Хитро. Может быть опасно, но ладно. Это, ну, можно сказать, что это зов Припяти, когда мы играем за майора Дегтярева, ищем сбившие вертолеты, и тут, кстати, судно Бороды. Интересно в том, что это реалистично очень. Вот, кстати, один сбивший вертолет. Давайте пойдемте на корабль, который тут неподалеку находится. Может быть, он там. Отличные тайники. Тут-то я уже выпил водку, уже плохо стал. Можно сказать, первый тайник. Там, кстати, радиация играет. А, вон, да. Осторожно. А, кто это? Ни хрена, уже жрут. Нет. Бать, второй. Surprise, motherfucker. Я уже подыхаю тут. Да блин, да мне надо использовать. Меня убили. Вот так вы начали вашу жизнь за 30 минут. У вас осталось 5 жизней. В общем, да, вы понимаете, да, вы погибли. Меня прикончили, те свиньи вот там. Ну нахрен, ну давайте на мосту тут. Вот называется неопытный сталкер звонить. Ну а чё, а все бывает, да. Давайте пройдемте через мост, а не там. Да.
Да, вас зона. Реально безопасно. Если их. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Блять, там еще кровосос. Один геморрой на другим. Выносим его. А, вот так он нападет. Там нет. Кошмар. Все, вот. Вот. Бля, сколько тут мутантов? Я там не. Оу, кровососина. Там собака. Ну, в общем, все мутанты на одной зоне. Чё ли? У меня денег вообще нет, если так понимаю, да? Да, у меня вообще денег нет. Понятно, я бедный. О, сзади. А! Не стреляйте! Меня слышно, да? Он прошел такой. А, это не скадовс, я не туда пошел. Пошел там дальше. А вот почему ставы. Точно? Не наш. Я, видите, пароль хранилища, понял. А у меня тупо нож с 200 рублями. Дед, торгаш, еб твою мать. А есть карта? Помощь. Флаги. Хемуль, Свобода, Юпитер. Ковлю вспышку Яну. Я тут потеряюсь и сдохну. Там это электростанция. Если точно не ошибаюсь. И там контролер такой меня встречает такой. Будет очень смешно. Так, тихо. Блять, это что, на меня? В смысле на меня? На! 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 Кошмар. Я даже торгаса не нашел. Так, это последний раз, что я тут нахожусь в данный момент. И это как будто неудача одна. Аномалия. Аномалия, аккуратно. На. 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 Идемте дальше. Да, блин, люди. Не надо, не надо, мужик. О, нашел. Ура, я нашел то, что мне нужно. Я уже, сколько я уже раз уже это пытался найти. Не надо, убери оружие. Убери волыну. Здоров, брат. Чувак, свали с глаз долой. Привет, привет. Здоров, брат, это у тебя. Я тут новенький, как сказал, из зоны, да. Меня покусали мутанты два раза. От бешеного пса, от плоти, в общем, от всех, кого мог тут встретить на пути. В принципе, логично. Да. Ну вот. Там сам развивайся. Окей, хорошо. Пообщаемся. В общем, тут имеется еще NPC. NPC есть Герман, который отвечает за одиночек. А этот другой из. Ну как оно? Стал. А, понял, кто это. Вот там. NPC. Тут это резко, походу, нельзя говорить и бросать микрофон. Я об этом. О, теперь я стал Шнель. Сука, Гросс,
Во. Могу так сказать о том, что... Спасибо, кто меня смотрел в данный момент. Могу сказать, что... Пытался найти этот корабль, но нашел. Наконец-то, ура. Спасибо, кто меня смотрел. До новых встреч.